Второй раз вот такое происходит, но это если что не буду делать. А вот и наша звезда. Душевную речь! Душевную речь! Как жалко, что этот турнир закончился. 5 звездочек, отличный коммент. Как вам, ребята? Музыку вырубите, пожалуйста. В ближайшие дни объявим краудфандинг на сбор средств на РБК-19. Прям сразу, прямо сейчас, тем самым мы вам сразу как бы пруфаем, что РБК-19 будет, долой мем про то, что РБК не будет. Ребята, но есть одно условие. Краудфандинг, он не просто так собирается. Донатим бабос. Бабос донатим. Вот, донатим бабос. В этом году мы сделали невозможное нашей командой «Коннекшн Машины», также тем, кто ей помогал, собрать за буквально, может быть, даже меньше месяца 1 миллион благодаря вам, ребят. Ура! Да, у нас было много бокапов, не успевали, потому что вовремя не было денег. Пейджи, конгуки и так далее. Но, как говорится, как же без проблем. И на самом деле я очень рад, что мы делали это не зря. Так что мы объявляем РБК-19, это официальное... Хотелось бы, наверное, тогда позвать всю команду «Коннекшн Машин» и всех волонтеров, которые участвовали в подготовке, проведении, организации фестиваля. Ребята, пожалуйста, волонтеры! «Коннекшн Машин»! Ура! На сцену, пожалуйста! Пускай они знают свои герои! Почему же? Так сказал он. Кто? Пускай страна знает своего героя. Три. У него двойка уже была. Если троечку поставят, это значит, что мы огонь. Все, аплодисменты, господа! И подошел к концу второй день этого злодейкова. Давай хлопнем с тобой пятюни, тем самым закроем конвент. Давай, раз, два. Человека, который прилетел нам за 3-9 земель и показал нам прекрасное время.
прекрасные люди. Сейчас у нас будет good time. Давайте, Снегурочка. Всех нас 2018 года, и мы побежим собирать вещи.